drug in my blood, he be killing me. Всем привет, чуваки. Меня до сих пор зовут Drug in My Blood. И сегодня, короче, я хочу показать, как сделать атмосферный Dark Plug. То есть это именно не такие мелодии из разряда... Не из разряда вот таких вот мелодий. В общем, покажу, как делать настоящий атмосферный Dark Plug. Именно атмосферный. Почему атмосферный? Потому что в атмосферном Dark Plug'е мелодия должна цеплять, то есть она должна быть такая мрачная, тянучаяся. И, в принципе, сегодня я вам покажу, как это делать. Первый плагин у нас Toxic Biohazard, пресет Swipe Tot. Вот. И самая банальная, простая мелодия. Две ноты, это C и G. Вторая мелодия, это Expandable Hopple Bells, то есть такие колокольчики. Послушайте мелодию, вот он, в принципе, рисунок. Посмотрите сами. Повторяется все точно так же. Идем к третьему. Это Bell Sub-Bass. Ну, то есть я тут отключил три звучка. И оставил только Celeste. Вот такие колокольчики тоже. То есть чувствуете, да, вот эта атмосферка задается колокольчиками там и пару пэдами. Дальше идет Analog Lab. Ну, этот плагин, конечно, он нормально весит, но если хотите сделать настоящий атмосферный плаг, Dark Plug, то скачайте именно его, потому что здесь в пресетах Piano Grand есть American Jazz Concert. То есть вот такой пианинка. Вот такой пианинка, в общем, есть. И вот такой паттерн на пианинке. Ну, то есть, то все предельно понятно, тут немножечко повелось, и тут поигрался он снизу, видите, да? И, то есть, в совокупности мелодия звучит вот так. Ну, звучит достаточно атмосферно, да? Ну, в принципе, я как бы соглашусь. Обработки у мелодии вообще, то есть, никаких нету. То есть, в конце я потом на общий канал их все скинул, и здесь вот эквалайзером вот так вот подрезал. Ничего сложного. Конечно же, раскидал их по стерео-сепарейтингу, то есть, чтобы они были шире, звучали. И самой вот бас-канал тут тоже на 45% сепарейт. То есть, пошире сделал их. Дальше у нас идут драмки. Ну, колокольчики, думаю, не стоит показывать, потому что они дефолтные, все по несколько там тактов повторяются. Дальше идет бас. Ребята, вот все звучки, которые... Вот сколько китов, нахуй, я не юзал, сколько вот китов у меня здесь вот лежит, вот тут везде, да, слева. Во всех китах я не находил вот достаточно вот таких сочных звуков, блядь, которые вот идеально будут в сочетании. То есть что-то новенькое, да. Обычно я качаю всякие киты, блядь, или собираю сам. Вот, и там постоянно звуки, ну, одни и те же, не повторяются. Вот, короче, у пацанов, на Nike и Ganja VVS, у них, короче, драмкитик есть бесплатный. То есть вы можете после того, как посмотрите видос, скачать его и пользоваться спокойно, вот. Здесь столько сочных звучков, вы не представляете, просто, допустим, вот даже самые перкуссии, они не дефолтные. Ну ладно, есть какие-то дефолтные, но вот где-то здесь. Вот некоторые из перкуссий я вообще не слышал ни в одних драм-китах, абсолютно. Вот сколько китов я перепробовал, трэп, там, не знаю, плаг, даже тот же самый heavy metal, вообще ничего такого не было там. И добавьте обработку на бас. Софт-клипер, ну и чтобы он, то есть, не прыгал громкость выше, чем нужно. И эквализация здесь очень забавная. То есть обрезается до 34 Гц. И потом поднимаю 60 Гц прям в потолок. Вот паттерн баса. Все повторяется. В этом-то и прикол. Дальше идет крэш. Ну, крэш — это банальная тема, его просто ставят в начало. И дальше самое интересное — это треск снейр. Послушай, как он звучит. Да, вы скажете, блять, что это такое?
Да, чего-то не хватает, да? Правильно, перкуссии, солон. Вот такая перкуссия забавная. Дальше снейр. Ну, это обычный достаточно снейр. Вот, здесь получается такой паттерн. Обычный тоже. Ну, и хэты тоже достаточно обычные послушать. Давайте сразу все перкуссии, все включу, чтобы вам долго времени вашим не занимать. Вот. В принципе, вот такой вот биточек получается, да? Сейчас мы сделаем небольшую структурку. И, в принципе, можно будет завершать с какими-нибудь словами воодушевляющими, чтобы делали биты дальше. Вот, в принципе, базовая такая структура готова. Полный бит вы можете послушать на канале, я его выложу обязательно. Переходите там, ссылочки оставлю на пацанов, которые сделали этот кит. То есть, если вы хотите такие же вот прям звучки, блядь, использовать, то прям переходите смело там, качайте этот кит. Вот этот проект, как сам бит, я загружу, конечно. Вот. И давайте, если мы набираем 500 лайков, да, я вот этот проект просто беру, скидываю в общий доступ, чтобы вы могли там что-нибудь позабрать, подкорректировать, в общем, сделать как хотите вы. В принципе, у меня все. Всем спасибо за просмотр. Удачи всем. И если хотите коллабов, пацаны, то присылайте мелодии. Всем пока.